друзья, наш Камеди. Мы начинаем! Андрей Воронин, друзья, ваши аплодисменты, не слышу! Олег, здравствуйте. Очень приятно, что вы посетили наше мероприятие. Как у вас дела? Как настроение? Нормально, у меня магазина в Дюссельдорфе нет. И слава богу. Кошка-бабушка. Кстати, у нас объявление. Сегодня день рождения у моего замечательного друга, у вас Генчика. Будет много гостей, много вина, тёлочки будут с ума сойти. А чем это все закончится, вы услышите завтра из выпуска «Криминальные новости». Wo haben Sie bloß Deutsch gelernt? Deutsch gut, oder? Ja, ja. Deutsch Muttersprache. Russisch Vatersprache. Итак, Морис, повторите, что я сейчас сказал. Сейчас как в школе. Мы будем... Только наоборот, теперь я учитель, а вы... Мы будем петь. Мы будем петь. Неплохо. А что сделаешь, если человек заплатил? Друзья, мы меняем конкурс, мы будем петь.